Ты уверен, что это то, что хотят знать люди? Тярям, 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 тярям. Ща, хочу, хочу на тебя. Я фоткаю. Много-много-много-много-много фоток в секунду. Примерно 25. Ще. А че? Ну так быстро идем. Побежали! Самая полезная информация, которую ты мог дать в своей записи, это наличие на Лубянке остановки! Ты уверен, что это то, что хотят знать люди? Да! А я нет! Мне кажется, что люди вообще не хотят ничего знать о нас. Не матерись. Дети идут вообще. Да. Ты что, ебанутый? Ой, шепот. Что? Что? Это когда, знаешь, ты долбоёб. Ну, когда, типа, лестницу нормальную не сделали, и ты такой, блин, наверное, тут подымусь, фигля. Не ходить. Без комментариев. Вырубили МГУ, вырубили всю подсветку на мосту и... Watchdog. Начало. 2-0. 3-0. Счет. Вырубили все. Просто все. Короче, я как идиот. Я, между прочим, могу тебя снять, Степ. Андрей меня снимает. Да, я тоже снимаю. Давайте отсюда уйдем. Почему? Ну а что здесь делать? Побежали! Сказали. Что? Чего? Мы долбоёбы. Я просто хочу сказать, то, что мы сейчас на Красной площади, и тут идут вот эти два кретина. Я не договорил. Один с акулой, а другой, блин, просто он просто кретин. Степа. Да, человек рад, у человека акулка. Его все снимают, потому что он с акулкой. Ребят, покупайте акулку, все, все будут пялятся, снимать акулку. Понимаешь? Продаю акулы недорого, за 3000 рублей. Я сделал это рублей. Совершенно специально, для того, чтобы люди обращали рублей. На ребята, меня внимание. Ребята, акулы, потому что мне его категорически не хватает. Звоните. Таким образом, 8800. Я поднимаю свою самооценку. И тебя, чувак, никто, блядь, не слушает. И я Упс. Уже поднял свою самооценку. Все думают, что я долбоёб. Вот эта мадам, которая только что прошла, немножко охренела, когда увидела акулку. А похуй. Run.